Детки, с добрым утром? Да! Да! Вот киса! Настал второй день нашего путешествия. Да! Диана, мы едем на озера? Да. Красивые и прозрачные? Да. Все, дальше идем лесной тропой. Дети, еще раз, мы идем с вами к Голубым озерам. Это несколько озер, рядом расположенные. У них голубая вода, и она очень прозрачная. Так, это у нас такой поход. Да, поход на озера. Так, идем в гору. У кого-то закончилась энергия. Мы решили пройти короткой дорогой и немного сбились с курса. Ну да. Я думаю, мы найдем озера. Мы не знаем, где теперь наша машина. Не, машину мы найдем. Мы не знаем, где озера. В машине вернуться мы можем. Но нам нужно найти Голубые озера. У нас временный отдых. Перерыв на обед. Что, Диан, силы прибавилось? Да. Можно идти дальше? Да. Только тебе камеру осталось. Ног, мы, кажется, нашли их. Вот они. Оп. Ух ты. Ох. Сейчас нам нужно только спуститься будет. Мы нашли тропинку, по которой можно спуститься вниз. Да. Очень крутой склон. Но если спускаться аккуратно, я думаю, все будет нормально. Стой. Подожди, сейчас я пройду. Сейчас чуть-чуть. Все, мы спустились. Идем по дну реки. Вода ушла, и теперь видно, как выглядит дно. Но вот здесь хорошо с маской плавать или в очках водных. Все видно. Папа, я думаю, что горячий. Еще горячее песок. Горячий там песок? Наверху. Спустился? Вот это красота! Вот это водичка! Прозрачно, но здесь очень глубоко. Даже тебя скроет! Конечно, меня скроет. Смываешь камушки? Да. Они совсем грозился и красился. Ну-ка, здесь весной протекает река, здесь гораздо глубже. Вот до травы уровень воды. А это все я дно. Я хочу туда перейти. Очень скользко. Мы возвращаемся обратно. Еще будем гулять? Да. На старт, внимание, марш! Давай я с тобой вместе, давай, не бойся, руку, пальчики прямляй. Понравилось? Да.
лошадки постоят. На лошадке хочешь прокатиться, Дина? Хочешь? Да. Ну, вылезай. Не бойся, давай вместе. Тепленький. Да. Давай. Держись крепко. Нравится тебе? Да, Коля, ну смотри, какой добренький. Не устала? Да, иди сюда. Что, коготочки там? Да. Туда не лезь. Бухнешь, а я не лепешку. Вот эти дедючки. Да. Это называется мальчик-мурзик. Вот так зовут. Это наш мурзик. Ты хотел его погладить, а? Я погладил его уже. Бежим в бассейн, дети. Сегодня водопад у вас будет. Раз, два, Андрей. Полный рот набирай. Молодец. Молодец, пора домой. Все, все сушат. Дети, наши алтайские каникулы подошли к концу. Да, да. Возвращаемся домой. Да, да. Пока-пока, ребята. В следующий раз вернемся. Пока-пока, ребята. В следующий раз вернемся. Также на канале Monkey2 смотри мультфильмы, видео с детьми, презентации игрушек, видео про машины, самолеты, поезда. Познавательное видео про животных. Уроки рисования «Кубик расскажет».